Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и прямо сейчас мы продолжим просматривать ролик от Zombie Chess. Ссылку на оригинальное видео, естественно, я оставлю в описании. В предыдущей серии ролики пока что не убедили меня, то что призраки прям существуют. Но были очень необъяснимые видео, и поэтому мы обязаны досмотреть остальные, чтобы, может быть, попадется тот самый ролик, который нам докажет, что все-таки паранормальное и сверхъестественное существует. Не забывай прожимать лайк, подписываться на канал, прожимать уведомления, чтобы не пропускать очередные страшные видосики. Приятного тебе просмотра, погнали! В этом видео из ТикТока мы видим отца ребенка. Я все равно не могу поверить в это все. Снимая экран видео няни, он не может понять, почему в кроватке сына лежит еще один младенец. Маленькая голова, перевернутая на бок, и смотрит вверх. Когда отец ребенка замечает это, он в испуганном состоянии влетает в детскую, чтобы разобраться, почему в кроватке лежит второй ребенок. Но когда он подошел к кроватке, силуэт младенца исчез. Посмотрите еще раз на силуэт призрачного младенца. Может ли быть, что это одеяло приняло причудливую форму или игрушка? Я могу ошибаться. Отец ребенка до сих пор не понял, что это было. Я вообще не пойму, что это. На этом видео показана парикмахерская, барбершоп в рабочее время, когда внезапно все барберы, все сталкиваются с чем-то загадочным. Эта видеозапись была получена благодаря камере видеонаблюдения внутри барбершопа. Это какой-то недовольный клиент. Призрак недовольный. Много деталей клиент. Можно заметить. Можно заметить, как дверь сдвинулась сама по себе, а после закрылась. Вы скажете, что тут такого? Кто угодно может такую постанову сделать. Но все дело в настоящей реакции всех присутствующих в видео. Дверь открывается и закрывается сама по себе, вновь и вновь. Спустя несколько минут один из испуганных барберов пошел проверить, кто стоит за дверью и что вообще происходит. Также можно заметить мужиков, призрачную фигуру, проходящую мимо телевизора. Становится жутко после того, как один из парикмахеров подходит к дверям, когда происходит это. Что именно-то? О! Кто-то с той стороны такой, блядь, типа, чё ты? Посмотрите на реакцию всех. Она реально настоящая. Люди в видео действительно удивлены и напуганы. Что думаете? Думаю, с другой стороны мог кто-то угарнуть. Наверное. Токер с именем Сидни убеждена, что ее фильтр в Снапчате обнаружил одно или даже два призрачных лица. Я, кстати, такое подобное видел, что на кого-то если это не глюк Снапчата, то от этого силуэт падал. Ну, блин. Она говорит ему высунуть язык, если он видит ее. И страшное в том, что через мгновение он высунул язык. Не думаю, что это совпадение, но в любом случае сами посмотрите. Stick your tongues out if you can see me. Yo, there's two of them. Позже призрак появляется в совершенно другом месте, не так, как в прошлый раз. Are you good? Are you bad? Появилась еще одна маска собаки, и когда Сидни спрашивает еще раз, хороший или плохой он, все маски исчезают полностью и больше не появляются. Are you good? Что думаете об этой ситуации? Пишите. Я думаю, что сама маска уловила в чем-то, якобы похоже что-то на глаза и прочего. Она замечает, что маска обнаруживает лицо в углу ее дома. Да не обнаруживает она лицо, просто складки на одежде напоминают это. Вы все еще можете увидеть отпечаток мрачного лица. Просто надо получше понимать, как этот фильтр реагирует на людей, как оно явно испугано. Здесь просто там похоже очень изначально, видишь, на лицо. Рот типа, нос. Так и получилось, что глаза туда. Не, это мне кажется, это ерунда. Это видео было снято с помощью камеры видеонаблюдения, установленной в подсобке магазина. На кадрах девушка по имени Паулина, она что-то пытается найти в коробке. Вроде ничего не должно произойти, но смотрите. Как вы можете видеть, Паулину кажется тащит через всю подсобку что-то. Да это точно, сила. Я, по-моему, даже она за этот видос что-то слышал давно-давно, но я, по-моему, слышал, что здесь... Реально, чтобы веревка, вас напугать еще больше этим видео, взгляните на стену.
Руки и ноги куклы вытянуты в стороны, словно подвешенная на кресте. Кукла не двигается со своего места на стене, но это не помешало зрителям предположить, что эта жуткая кукла могла бы быть виноватым в том, что произошло с девушкой. Позже Паулина обычно не кукла виновата, обычно якобы говорят то, что... свою ногу и насколько ее невидимая сущность сильно схватила. А вы что думаете об этой мистической ситуации? Пишите в комментариях. Я думаю, что это постановка. Вот это точно. Автор данного видео не поделился особой информацией данного явления, но то, что он записал, вызовет у всех удивление. Видео начинается с того, что автор обнаружил кролика у себя во дворе поздно ночью, достал камеру и начал его снимать. Все выглядит вроде обычно, но происходит следующее. Как можно увидеть, по дороге пробегают и ноги без туловища. Это самое необычное, что мне доводилось видеть. Кстати, возможно, да. Возможно, это был сбой в камере. Но так можно было бы считать, если бы это была камера видеонаблюдения с низкой частотой кадров. А тут камера на телефоне. Может ли быть это привидение, которое нацепило штаны? Звучит с одной стороны смешно, с другой не очень. Что бы это ни было, увидеть такое вживую – это сильно испугаться. Да. Ну и постанову сделать так грамотно практически невозможно. Не, возможно, в принципе, возможно, но... Что думаете? Типа, если вообще подумать, технически такое снять элементарно, даже на плохую камеру. Блогерами из по идее. Которые исследуют разные но... заброшенные паранормальные места. Штаны побежали у кого-то, блядь. И кто-то так долго не мылся, что штаны сами бежали. Не видел. Помимо разнообразного дорогого оборудования, не зря нам показывают сказку смеха и «Мой Дадыр». В этой заброшенной тюрьме они убежали все подушки, простыня и штаны. Истерическим смехом. Когда они смотрят в длинный темный коридор... Слушайте, я уже переживаю то, что я не хочу по заброшкам больше ходить. Точнее, не больше, а вообще думать даже об этом. Что это может быть? Да не, я хочу еще больше теперь. Я хочу сам теперь заснять что-то и понять, реально существует это или нет. Девушки установили оборудование с датчиком движения по периметру, где предположительно слышали шум, и решили установить связь с привидением странным способом. Can you touch that ball? Touch the light if you live here. Oh, thank you. Она с ним еще мило пытается поговорить. Спасибо тебе там. Услышав шум из другой тюремной камеры, девушки подошли к ней и поставили в это место музыкальную шкатулку. Они напуганы, потому что кто-то должен поворачивать ручку, чтобы музыка играла быстрее. И как вы видите, ни одна из девушек этого не делает. Шкатулка сама по себе набирает скорость вращения ручки и, соответственно, скорость мелодии. Сколько у вас там народу-то? Вы три девчонки, что ли? Светящийся мячик до сих пор время от времени загорается от призрачного прикосновения. Если это все не постановочные кадры, то девушки сняли действительно кое-что очень пугающее. Ключевое слово «если». Плантация Миртлс в Луизиане, одно из самых посещаемых мест Америки. Во время репортажа Ванесса Балано от ABC News что-то странное пролетело мимо нее на заднем плане. Блин, вот в такие дымки я вообще практически не верю. Этот маленький белый призрак движется очень быстро, и это совсем не выглядит как кусок пыли или световое отражение. Очень странно, что она говорит про 12 призраков, которые здесь обитают, и именно в этот момент появляется этот прозрачный сгусток. Возможно, не знаю. Они могли как-то наложить монтаж на прямой эфир для рейтингов, но... Мое любимое слово теперь «не знаю». News, возможно, это и не фейк. Как думаете вы? Напишите в комментариях под видео. Два ютубера, Райан и Ник, решили проверить свои нервы на крепкость и приступили к исследованию кладбища. По легенде, на западной его части проживают два очень опасных духа. По местным слухам, иногда можно услышать ужасающие призрачные крики. Райан и Ник надеются провести на кладбище всю ночь.
К темну они добираются до западной части и сразу же начинают замечать паранормальные признаки. Сразу же, блин. Да, не успели приехать сразу же. Гуляла история, просто гуляла-гуляла, но тут приехали два ютубера, и сразу же все началось. Да, ну не-не-не. Становится очевидно, что свет явно гаснет прямо перед ними, и причем везде, где бы они ни проходили. Датчики движения в обратную сторону работают просто. Они считают, подходишь, что один выключается. Из духов пытается их куда-то привести, поэтому ребята неохотно уже куда-либо двигаются. Огни продолжают гаснуть один за другим, пока парни не решают вообще остановиться. Посмотрите на эту часть видео и дайте мне знать, видите ли вы темный силуэт призрака на стене? Вообще ни хрена не вижу. Да блин, если это плитка, если, ну, то есть от камеры тень отразилась, мне кажется. И убегает. Стена, плитка, по-моему, да, была? Один из парней был так напуган, что даже не замечает, как его телефон выпал из кармана. Ребята отправляются исследовать чрезвычайно жуткое кладбище, расположенное на территории, где покоится более 300 человек, которых не смогли идентифицировать после смерти. Никто не знает, кто эти несчастные души. Паранормальные исследователи не объясняют, почему на кладбище похоронено так много анонимных людей. Один из исследователей решает провести мини-эксперимент. Он забирается в одну из пустующих могил и ложится туда в одиночестве на несколько часов в полной темноте. Как вы уже догадываетесь, все пошло не по плану и произошло ужасное. Статическая камера все запечатлила. Ну-ка. Блять, ну так. Бля, вот это вот, вот тут я уж что-то даже хрен его знает. Парень пролежал в гробнице 20 минут, прежде чем внезапно что-то резко его потянуло за футболку. Исследователь в ужасе. Он выпрыгивает. Блять, ну я даже не знаю, как вот это бы, ну допустим... Блин, слушайте, это, наверное, пока такое самое... Внезапно его вновь невидимая сила тянет за плечо назад, и он жестко падает. Команда начинает со всех ног убегать из этого кладбища. Остается только один вопрос. Это правда или фейк? Блять, ну если это фейк, то он был круто снят. Ситуацию, когда заметила кое-что ужасное в своем душе. В видео мы видим за стеклянными полупрозрачными дверцами... Блять, что, пора начинать верить в это, что ли? Я не понимаю. Девушка объясняет, что в доме только один ребенок, который в данный момент находится в гостиной с бабушкой, и его можно даже слышать. Она говорит, что была в туалете, когда у нее появилось ощущение, что что-то за ней наблюдает, и увидела такую картину. Предполагаемый ребенок-призрак, стоящий в душевой кабине. Первая мысль, что это постанова и это обычная кукла, но вскоре силуэт начинает двигаться. Не, ну он двигается, я бы больше подумал, что это просто ребенок там. Ответ не получила. Тогда она открыла дверцы душевой кабины, а за ней уже никого не было. Ну-ка, ну-ка. Силуэт ребенка также загадочно исчез, как и появился. Почему нам не показали сам момент открытия? Да, конечно. Она в ответ поставила ребенка за дверцей, на что Марлин сняла второе видео, где демонстрирует... А, ребенок-то старше. Ребенок, и в частности человек за этой дверцей душа, совсем не так, как этот призрачный ребенок. Что думаете об этой ситуации? Пишите в комментариях. Ну, одежда сейчас просто очень у мальчика яркая. Начнем с этого. Охотник за привидениями. В 2014 и там такое ощущение, когда второй ребенок все-таки. На заброшенную ферму. Местные жители жаловались, что... Ну, просто она сама, может, не знала, что у нее второй есть ребенок. Звуки. Появляются странные силуэты. Билл провел там всего одну ночь и представил доказательства существования призрака. Его фотографию и следы на песке. И когда новостной канал брал у него интервью в прямом эфире, была поймана запись на диктофоне с четкой фразой, которая произнесло потустороннее существо. No.
На работе, безусловно, одна из последних вещей, которую хочется испытать, это что-то паранормальное. Не знаю. К несчастью, для одного сотрудника ботанической лаборатории, лаборатории экстрактов, кажется, что сверхъестественная фигура, возможно, решила заявить о своем присутствии. С тех пор, как отснятый материал был размещен на YouTube, видео получило сотни тысяч просмотров, а также вызвало много предположений. В ролике, снятом на камеру наблюдения, мы видим сотрудника, работающего в лаборатории. На несколько секунд, блин, что он там, что это за соление такое? Смотрите, кувшин падает со стола, как будто его толкает кувшин, банка, может, сила. Мужчина немедленно прекращает свою работу и начинает осматривать последствия того, что произошло. Затем видим, как он выходит из комнаты. Через несколько минут он возвращается, на этот раз со старшим сотрудником. Они обсуждают произошедшую странную ситуацию. Понятно, что старший сотрудник выглядит раздраженным и заставляет того работать, а не нести чушь. Так было, пока они не пересмотрели запись с камеры наблюдения. Пока работник убирал шваброй, внезапно сдвигается вперед другой сотрудник. Да ну, назначенный сотрудник быстро тянется к банке и ставит ее на место. Как думаете, кто-то из коллег над ним издевается, и все это фейк, или тут реально проявляется паранормальная активность? Слушай, правда, я не знаю. Вот сейчас последние несколько видео, я пока правда не знаю. Пишите, прям пишите, что думаете. Как мы видим, мужчина готовится к упражнениям. Когда камера перемещается влево, мы можем заметить, как тренажеры начинают двигаться сами по себе. Теперь следите за фитнес-мячом. Вот это видео, именно вот это видео, разбиралось как раз команды Масленникова. Вы видите, как он шевелится? А он оказался вот этот малый. Как вы видите, этот малый, кажется, что-то схватило, оказался танцором. Он падает, но его, то есть, видишь, он отталкивается сам руками, сам ногу туда за нее. Отталкивает. Это явно фейк. Это прям явный фейк. Второй камере, с другого ракурса, то есть, грубо говоря, если вы заметите подобные видео, когда за ногу кого-то тянут, это может быть мы можем убедиться в том, что это не постановочное видео. Взгляните его реакцию. Это постановочное, это точно. Да, это наигранное. Он даже побежал на ресепшн, чтобы сообщить о том, что с ним произошло. Естественно, данное видео набрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Зрители этого видео реально шокированы, ведь это видео максимально правдивое и максимально мистическое. А вы что думаете? Думаем, что это постанова, а мужик этот танцор. Он этот, вокер. Этот парень рассказывает о странностях, которые регулярно происходят у него в доме. Мы даже во время его обращения можем заметить через его плечо странный объект. I'm not sure if you guys have ever experienced anything like this. I want you to tweet me and put in some comments any story that you guys have. Сначала я подумал, что это может быть от света, который исходит из окна. Но эти объекты появлялись даже тогда, когда парень не находился возле окон. Посмотрите, что происходило, когда автор оставлял чуть ли не каждую ночь включенную камеру. Спустя несколько ночей ему удалось запечатлеть вот эти моменты. Сначала падает одна камера со штатива, почти не издавая звука, и сразу же за этим моментом сама по себе падает швабра, и это все в сопровождении странной аномальной пыльцой. Ну, пыльца — это ерунда. Это слегка жуткое видео было записано на камеру видеонаблюдения в ресторане в Мар-дель-Плата, Аргентина. Мы видим молодую официантку, несущую поднос к грязному столу. Она начинает убирать грязную посуду, подготавливает стол для новых клиентов. Она начинает собирать тарелки и чашки, когда вдруг происходит что-то странное. Стакан как такой. Как вы заметили, стакан, стоящий на столе, не мойте меня, внезапно сдвигается на несколько сантиметров. Официантка делает паузу и оглядывается, пытаясь найти этому явлению разумное объяснение. Официантка, в конце концов, берет стакан и рассматривает его, пытаясь понять, что с ним не так. Стакан внешне выглядит нормально, и на нем не привязаны какие-то нитки, дабы разыграть девушку. Поверить в правдивость видео заставляет непостановочное поведение девушки. Она реально удивлена произошедшему. А что вы думаете? Что-то паранормальное? Просто, может быть, ей заранее сказали, ты не удивляйся, сейчас стакан пошевелится.
Она такая, так, так, все, все, я правильно все сделала. Снято, стоп. Paranormal Adventures решил проверить странный заброшенный дом прямо посреди леса. Как только он зашел в здание, сразу же происходит нечто пугающее, но не особо связано с мистикой. Так. Из дверного проема выбегает птица. Исходя из комментариев, это конюк, и животное бежит прямо на Роба, но в последний момент пугается. Ну, естественно, пугается. Но Роба и испугалась. Словно что-то здесь охраняет. Роб достает оборудование для общения с духами. И о, ЕМПшечка. Автор видео утверждает, что по ощущениям за ним реально кто-то наблюдает. Аппарат улавливает сигнал, и тогда Роб решает узнать имя призрака обитающего. Пятерка! Надо пятерку ставить. Роб просит призрак Эрика в знак доказательства, что он здесь, подвигать какой-то предмет, после чего раздается странное бурчание, а затем женский голос. Оператор все еще настоятельно просит духа показаться или заставить предмет двигаться. Пока они пытаются поймать вновь связь с духом, камера без какой-либо причины теряет фокус. Хозяин магазина установил себе камеры в подсобке его магазина, потому что он считал, что у него проблема с вандалами, которые постоянно проникают внутрь здания и крушат все. Но камера смогла снять нечто ужасающее, настоящий полтергейст. Угу. Типа, как объяснить начальнику, почему у тебя там все? Ну вот такое, блин, когда просто предметы двигаются, людей нет и прочее. Просто с людьми хотя бы это более достовернее. Подобные вещи, ну реально, на нитках сделай. И все, вот тебе и видосик. Если бы они пытались сделать постановочное видео, то им пришлось бы хорошенько постараться, ведь им нужно было протянуть какие-то струны, которые не было бы видно и которые были бы достаточно прочными, чтобы не порваться от того, что их дернули с большой силой. А как вы считаете, это видео фейк или больше похоже на правду? Нет, я думаю, вот как ты сказал, так оно и есть. Это все-таки находящийся струны. Один дома парень решил снять на видео свой танец и обнаружил на записи опять призрака. Танцоры. Роликом поделился пользователь TikTok. В комментарии он опа, отметил, что Майкл Джексон отдыхает. На одном из кадров на лестнице за спиной мужчины появляется паранормальное нечто, похожее, что что-то выглянуло из-за перил и скрылось. Блэк, а он был один, что да? Не заметил этого, пока ему не написали в комментариях. Мужчина испугался и пожаловался на плохой сон следующей ночью. Некоторые пользователи не поверили блогеру, заподозрив, что он сам срежиссировал ролик. Мужчина настаивает, что дома был один и к фигуре на видео не имеет никакого отношения. Я так и подумал, что он один был, а мне кажется, это мог кто-то вот... Через несколько секунд видео мы можем увидеть что-то странное в правой части экрана. Похоже на прозрачную туманную фигуру. Кажется, оно прошло несколько метров вперед и исчезло. Блин, опять эти туманки. Вот, туман, вот эти туманы, я думаю, что вскоре это все мы вот можем услышать навязчивый крик. Ерунда. Но откуда исходит крик, неизвестно. Есть несколько предположений произошедшего. Некоторые ну-ка верят, что это призрак, появившийся на доли секунды. Другие думают, что это просто блик света попал на туман или дым, в результате чего произошла такая причудливая форма. Ну, скорее всего. А звук может быть искажением ветра или проезжающей машины. Да. Но в любом случае, как-то сразу много странного произошло. Возможно, мы активно... Так это и есть случай, мне кажется... Мистичности, а в результате мы не придаем мистичности, мы додумываем ее, что это мистичность. Потому что нам проще подумать так, нежели чем реально объективно подойти к этому. И все. Ну что ж, вот мы и досмотрели этот выпуск. Я, если честно, все равно остаюсь скептиком в этой теме. Потому что есть видео, которое реально хочется сказать, что это существует. Все, это существует. Но, зная один из этих роликов и разбирая на канале Димы Масленникова, я понял, что подобных там было уйма.
Поэтому я больше склоняюсь к тому, что это была постановка. Ну а что думаешь ты? Пиши обязательно в комментариях. Может быть, все-таки какой-то ролик тебя заставил поверить в это намного больше. Ну а у меня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.